Готовы к встрече весны и труда. 1 мая в Ульяновске пройдут разнообразные праздничные мероприятия. В первую очередь в этот день запустят городские фонтаны в парках Владимирский сад и Винновская роща у «Современника». Около поющего фонтана на площади Ленина выступят талантливые хореографические и цирковые коллективы. Коллективы «Орхидея» и «Мегамикс» от ДК 1 мая и школы, детской школы искусств номер 2, они буквально вчера мы узнали, они стали победителями дельфийских игр, всероссийских дельфийских игр, золотыми и серебряными победителями, призерами. Поэтому я еще раз говорю о том, что это будет представление действительно такое интересное, значимое и масштабное. Начнут свою работу парки, в которых в этот день горожан ждут представления, площадки с мастер-классами. Во Владимирском саду на входе гостей будут встречать ростовые куклы, заработают аттракционы, площадка буккроссинга. В Винновской роще заработает тематический парк-выставка живых экспонатов натуральную величину. Детям покажут животных джунглей. В Прибрежном откроются новые аттракционы и будут играть в зорницу. В парке Матросова, ну, кроме того, что также концертные игровые программы пройдут, здесь, наверное, такая единственная из всех парков работает площадка, где можно проверить свои знания в правилах дорожного движения на специально оборудованной площадке. Также работает детский игровой городок. Парк 40 лет в ЛКСМ, помимо концертной программы, предлагает, конечно же, посещение уникального для нашего города зоопарка «Русские забавы». Не обойдется и без традиционной первомайской демонстрации. На праздничное шествие пригласили порядка 15 тысяч человек – общественников, работников предприятий и студентов. Направили приглашение не только на промышленные предприятия, не только в научные образовательные учреждения, мы направили всем политическим партиям, мы направили приглашение депутатам Государственной Думы Совета Федерации. Я думаю, как бы явка на сегодня будет достаточно такая объективная, учитывая, что это будет хорошая погода, и люди соскучились по общению. Сбор пройдет 1 мая в 10 часов на площади 30-летия Победы. Затем участники проследуют на Соборную площадь, чтобы принять участие в митинге, на котором будут присутствовать губернатор Ульяновской области и глава города Ульяновска. Кирилл Саврин, 8, Герман Баранов, Управда ТВ.